Мир вам, дорогая церковь, приветствую вас сердечно. Слава Богу, что Он подарил нам сегодня дыхание жизни. Вы пришли сегодня в Дом Божий. Я очень надеюсь, что мы это сделали не зря. И сегодня Господь скажет каждому из нас то, в чем он нуждается. То, для чего, в принципе, мы приходим в Дом Божий, чтобы услышать Его слова. Прежде чем видео включит тот стих, который я должен прочесть, я сейчас прочту вам этот стих, а вы скажете, что здесь не так. Пожалуйста, не открывайте ваши Библии и не включайте это на экране. 1 Иоанна 4:19. «Ибо Бог возлюбил нас, потому что прежде мы возлюбили Его». Я правильно прочел это место? А теперь включите, пожалуйста, как этот текст звучит в Священном Писании. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Кто-то скажет, ну какая тут разница, неужели большая трагедия? Мы Его прежде возлюбили или Он нас прежде возлюбил? Главное же, мы любим друг друга. Он нас любит, мы Его любим. Нет, братья и сестры, не главное. И тема моей проповеди сегодня – перемена мест слагаемых. Я очень не любил в школе математику, даже удивляюсь, как у меня в дипломе четверка стоит, как это произошло. Но одно я помню, что я помню из математики, таблицу умножения могу сегодня еще, не подглядывая, сказать, там 2 плюс, дважды 2 сколько будет. И запомнил вот это правило, что от перемены мест слагаемых сумма что? Сумма не меняется. То есть, если я вам сейчас дам одно яблоко, через час вам дам два яблока, то у вас в итоге в сумме будет три яблока. Если потом на следующий день я вам дам два яблока, через час вам дам одно яблоко, в руках у вас будет то же самое сумма, три яблока. И менять местами одно яблоко, два яблока абсолютно никакой роли не играет, когда мы к сумме подходим. Все равно сумма будет одинакова. Один плюс два или два плюс один все равно будет три. Но в духовном плане, в христианском понимании это не работает. И сегодня я хотел бы показать, насколько важен этот предлог «прежде» в нашей жизни. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Священное Писание говорит, что Иисус Христос прежде всего, прежде чем появились пылинки вселенной, человек, прежде чем появилось все, духовный мир, физический, прежде всего Он и им все стоит. Прежде всего, Господь, то, что мы с вами говорим, что мы спасены, это потому что прежде Он нас возлюбил. И наша любовь к Нему – это всего лишь реакция на то, что Он уже сделал по отношению к нам. Он прежде. Когда мы говорим, что Бог ответил на молитву, это потому что Он прежде дал нам привилегию, право молиться. Он прежде нам сказал, что помолитесь во имя Мое, и Я дам вам. В духовной жизни всегда Бог прежде всего. Я помню эти таблички, знаете, в столовых. Мойте руки перед едой. Я понимаю, для некоторых культур и после еды неплохо бы мыть руки. Но вот это было важно. Мойте руки перед едой. Казалось бы, а почему не после? У нас есть упорядоченность, закономерность нашей жизни, когда мы что-то делаем сначала, а что-то делаем потом. И если все это поменять местами, мы иногда говорим, телега впереди лошади не работает. Лошадь впереди телеги, не могут быть вагоны впереди тепловоза. В принципе, для маневровых это и можно, но посмотреть так тянет-то паровоз, эти вагоны, что-то должно тянуть. На первом месте что-то должно быть и на втором месте. И тогда это будет работать. Как только мы меняем все местами,
мы начинаем пробуксовывать жизни. И многие беды христиан сегодня, у тебя и у меня, не по причине, что мы плохие люди, не по причине каких-то особых обстоятельств, просто мы неправильно ставим приоритеты в жизни. И то, что должно быть на первом месте, у нас на седьмом, а то, что быть должно на втором, оно у нас на первом. И в этом трагедия, в этом болезни, боль, переживания, унылый дух, потому что все сбилось. Я хотел бы сегодня показать, в каких областях Господь заповедовал нам не путать номерами эти серьезные духовные истины, не менять местами эти слагаемые, иначе в итоге мы получим вместо трех – ноль, вместо суммы мы получим ничто. Так говорит Господь, и это духовный закон. Первое, в какой области желательно, нежелательно, необходимо нам упорядочить свою жизнь, это в поиске Бога, Матфея 6, 31-33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Как звучит 33 стих? «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Обратите внимание, не ищите то, что вам нужно, а потом ищите Бога и Его Царство. Сначала поставьте на первое место поиск Бога и Его праведности, поиск Царствия Божия, и все остальное приложится вам. Я хотел бы сказать, что в этом ключе, вот в этом тексте для нас есть ответ на многие вопросы. Братья и сестры, мы много чего ищем в жизни. Успеха, счастья, мужей, жен, финансы и что-то еще, образование, достигнуть чего-то. Но когда это на первом месте, почему-то мы пробуксовываем. Сестра может сидеть в одноклассниках в Фейсбуке или брат в поиске друга, мужа будущего или невесты часами, неделями. Сестра, тебе не его искать надо, Бога искать надо. Брат, не невесту тебе часами искать надо, там высылая фотки и так говоря, какой ты прекрасный. Бога ищи в первую очередь, ищи Его Царство, и тогда Он тебе подарит правильную жену или правильного мужа. Братья и сестры, мы ищем успеха, мы ищем работу, мы ищем признание, мы ищем счастье и не находим, потому что не счастье искать надо. Не это в первую очередь надо искать. Бога надо искать и Его Царство, и Его правды. И тогда счастье приходит. Мы не можем переставить все по-своему, свою математику против небесной арифметики. Бог сказал, ищите прежде. Значит, что-то должно быть на первом месте. И если мы это не сделаем, то вот это остальное, о чем мы мечтаем, чтобы приложилось нам, чтобы было у нас, оно не придет ни сейчас, ни завтра. Бог не может эти слагаемые составить вместе и сказать, ну, у этого человека сейчас серьезная суета, испытания, переживания, эта проблема занимает его разум, мысли, ну, пусть он решит свою проблему, добьется чего-то, а потом он обратит внимание и на Бога. Такое не работает. Такое не работает. Бог очень щепетилен в этом вопросе. Что у нас на первом месте? Иногда человек хочет добиться чего-то, ставит цель своей жизни, а Бога всего лишь приплюсовывает к этому и говорит, «Господи, у меня есть план действия, а Ты это благослови». Но это неправильная методика. Этот метод разрушит нашу жизнь. Бог сначала говорит, ты меня ищи. Ищи моей воли, моего взгляда, моей оценки, моего одобрения и только потом. Сколько разрушенных судеб, сколько несчастных семей, потому что девчонка увидела, какой красивый парень, а парень обратил внимание, какая она красавица. Братья и сестры, разве на это надо обращать внимание? Надо, если ты христианин, ищи воли Божией, ищи Бога не в сетях, не в интернете, не в друзьях, ищи Бога в сердце, ищи Бога в слове, и тогда остальное приложится.
Кто-то говорит, я без друзей, я одинок, я ищу их, его нет. Не ищи друзей, ищи Бога, и Бог подарит тебе друзей. Не ищи понимания, ищи Бога, и Бог пошлет это понимание. Надо поставить все на свое место. Лошадь впереди телеги, тогда приходит успех и сумма. Второй момент. Что мы еще должны впереди всего? Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. 1 Тимофея 2:1. Молитва – это жизнь. Мы только слышали прекрасное исполнение этого пения. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы. Прежде всего совершать молитвы. Братья и сестры, мы перед едой молимся, как бы перед едой. И правильно делаем. Мы благодарим Бога, что Он дал нам эту пищу, мы просим, чтобы Он благословил. Но почему у нас в других областях молитва где-то в конце нашей жизни? Прежде всего совершайте молитвы. И речь не идет о том, чтобы становиться на углах, речь не идет о том, чтобы молиться даже в церкви. Речь идет о том, чтобы наша внутренность, наше сердце, наш дух, они были в постоянной связке с Богом. Чтобы мы могли в любой момент, не только перед едой, а перед словами, перед поступками, перед решениями, перед делами помолиться. Помолиться внутри, потому что Слово Божие говорит, прежде всего совершайте молитвы. Вы помните историю, когда Иисус утром, Марка 1:35 написано, утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Кому не хочется спать утром? Но есть люди, которые утром могут встать и бегать, заниматься физической работой, могут ходить, могут делать спортивные какие-то упражнения, потому что они хотят свое тело держать в норме. И они просыпаются, ставят будильник в 5-4 утра. Но у них есть воля в этом. Перед рабочим днем, перед суетой они делают это. И они достигают результата в жизни. Братья и сестры, ну, в духовной сфере, если мы хотим успеха, если мы хотим силы, мы не можем откладывать молитву куда-то подаль, куда-то потом. Сначала я сделаю, а потом я помолюсь. Прежде всего совершайте молитву. Вы помните, однажды к Израилю подошли гаваонитяне, когда они услышали, что Бог сделал с Иерихоном. И Гаваон был недалеко от того места, где был Израиль. И что они делают? Они понимают, что сейчас Израиль придет и уничтожит и их. Надо придумать ложь, надо что-то придумать, чтобы обмануть Израиль. И что они делают? Они берут хлеб плесневелый, они разрывают на себе одежду, они делают вид, что они сдалека пришли к Иисусу Навину, что они так долго шли, что их город находится на таком расстоянии, что за этот путь и хлеб заплесневел, и одежда пришла в негодность, и обувь, и выглядят они уставшими, бедными. И они приходят к старейшинам и говорят, мы очень далеко. Они говорят, а может быть вы близко? Они говорят, посмотрите, у нас хлеб, когда мы вышли из домов, был свежий. И знаете, они взяли эти хлеба у них, они пообещали им, поклялись, что не тронут их. И через короткое время оказалось, что они живут недалеко. И знаете что, люди хотели их побить камнями, но старейшины говорят, нет, мы поклялись именем Господа, не будем их трогать. Но там написана фраза, а Господа, израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Казалось бы, неужели по такой мелочи и тоже Бога вопрошать? Неужели каждую минуту, мгновение, ситуацию представлять перед Богом? А как иначе? Мы же не знаем, откуда враг принесет свою стрелу. Мы не знаем, где обман, мы не знаем, где ловушка, мы не знаем, где лукавство. Подходят к Иисусу, говорят, вот монета. Но тут изображение, давать нам или не давать кесарю подать. Ну, казалось бы, мы по-человечески быстро бы решили бы этот вопрос. Вы знаете, мы не знаем, откуда придут искушения. Через кого?
Абсолютное неведение. И поэтому желательно, нужно на первое место ставить внутреннее воззвание Богу. Смотрите, что происходит между царем и Неемией. Царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно, печальное сердце. Я сильно испугался, говорит Неемия, и сказал царю: да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь: чего ж ты желаешь? И следующее слово: я помолился Богу Небесному. Как так? Я помолился Богу Небесному и сказал царю. Вы думаете, что Неемия сказал царю: подожди, я сейчас уйду в свою комнату, погоди немного, я обращусь к Богу? Нет. Царь спросил, и за эти секунды Неемия успел сказать Богу слова внутри, в сердце, и получить ответ. И он говорит царю: да живет царь, и так далее. Если благоугодно, пусть я пойду в Иудею, и так далее, и так далее. И царь благословляет его путь. Как же мудро поступил Неемия. Как часто я это понимаю только тогда, когда уже произошли необратимые процессы в жизни. Я говорю: мне надо было тогда помолиться. Куда я поспешил? Зачем я ответил так быстро? Почему я принял решение до того, как я получил ответ от Бога? В итоге здесь должно быть все на первом месте. Прежде всего молитвы, прежде всего общение с Богом и обращение к Нему. Третий момент. Внутренняя чистота веры. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Матфея 23, 25, 26. С детства нам говорят: надо идти на собрание. Нас учат: сидите спокойно, слушайте, пойте. Вот мне давали сборник, надо петь, надо молиться, надо читать Слово Божие. С детства нам внушают какие-то правильные правила. И в нашем сознании складывается, что вера в Бога – это именно это есть. Прийти в Дом Божий, посидеть, спеть и уйти домой. А дома помолиться или почитать. И на этом все заканчивается. И мы потом думаем, что и это и надо до блеска вычищать. Эти моменты и важно соблюдать. И если кто-то спросит, христианин ли я говорю: конечно, я не пропускаю ни одно служение. Я в служении, я там, я здесь и так далее. Но это внешний блеск. Это внешний блеск, который порой ничего общего не имеет с внутренним сиянием. И Господь упрекает фарисеев: вы очищаете действительно внешнюю сторону вашей веры. И для людей, может быть, вы производите впечатление. Для людей вокруг вас, а может быть, это и есть мечта, каким нужно быть верующим. Но перед Богом, Он говорит, ваша внутренность не в порядке. Займитесь вашей внутренностью. Братья и сестры, наша основная беда, что мы думаем впечатлить Бога и людей внешними вещами. Но это, оказывается, Бога не впечатляет. И Он говорит: очисти прежде внутренность. Вы пробовали очищать внутренность? Что легче очистить, внешность или внутренность? Поверьте, я пробовал. Я знаю, как это тяжело – очищать внутренность. Я знаю, что мне легче выйти сюда, проповедовать, что-то еще, говорить правильные слова. Это внешний блеск, это лоск. Это то, что люди говорят, то, что видят, то, что нас снимают на видео, показывают, какой хор, как нас много, какие детки у нас. Все это прекрасно. Но если только это, горе нам, горе каждому из нас, когда мы озабочены внешним блеском и пренебрегаем внутренний блеск, когда мы поменяли местами внешность с внутренним.
К сожалению огромному, Господь говорит: «Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». 2 Коринфянам 7:1. Господь указывает нам, к сожалению, что не все хорошо у нас внутри. Если бы каждый из нас занялся своим внутренним убранством, у нас не хватало бы сил и времени замечать проблемы у другого. У нас не хватало бы ни сил, ни нерв заниматься тем, что не мое. Я бы не лез в чужую жизнь. Я бы не судил бы только других. Я бы не думал, что вот если они не так, как я, значит плохо. Я бы занимался своей внутренностью, а там столько дел, там столько всего есть. Когда этот порядок будет? Всякий, имеющий надежду на него, очищает себя так, как он чист. 1 Иоанна 3:23. Братья и сестры, очистить себя, ну мы не можем, у нас нет таких сил, чтобы, знаете, и дайте мне какое-то средство, я очищу себя. Я иногда думал: Господи, почему ты здесь говоришь, очистим себя, очищает себя, а в Иоанна написано, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Здесь же в этом месте написано: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Господи, так кто должен чистить? Чистить мое сердце, я должен чистить или кровь Иисуса Христа, как в этом разобраться? И оказывается, очень все просто. Когда я осознаю, что я грешник, когда я осознаю, что я согрешил, когда я осознаю, что моя вина, а Бог говорит в Иеремии, по-моему, признай только вину свою. Признай, что ты виноват. И когда человек делает этот шаг, то Господь очищает его сердце. Тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа не очищает сердце автоматически. Хочу я этого или нет? Поэтому в данном случае написано: «Итак, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа». Что? О чем это говорит? Это говорит о том, что я смотрю в свое сердце, и я вижу в себе, что там полно чего не должно быть. И когда я осознаю ту беду в моей душе, я понимаю, что прежде Бог. И если Господь не очистит, я не буду чист. Я прихожу к Нему с этой мольбой и говорю: я согрешил, я виноват, я хочу ходить во свете, сделай эту чистоту в моем сердце. Братья и сестры, да благословит нас Господь думать об этом. Наши отношения поменяются. Наши отношения с Богом поменяются. В семьях наши отношения поменяются. Вы знаете, уже доходит до смеха, доходит уже до анекдотических случаев, когда говорят, что я бы папу слушал бы и слушал бы, когда он за кафедрой. Жена говорит: я хочу кровать сюда принести, чтобы лечь и слушать эти речи. Потому что здесь он просто чудо. Дома это же ужас. Почему так? Потому что папа думает, что этим блеском он может впечатлить, но он может впечатлить только людей. Он не впечатляет Бога, и ничего не меняется дома, абсолютно ничего. Да благословит нас Бог думать о том, что мое сердце на первом месте должно быть чистым и излучать свет. Четвертый момент. Прежде. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Матфея 5:23. Я раньше когда читал это место, и знаете, о чем я думал? Жертвенник, жертва. Я думал, ну, человек приносит жертву к жертвеннику, наверное, он где-то там согрешил или чувствует свою вину, и вот он жертву принес в храм, а тут написано «дар». Вы знаете, в Ветхом Завете есть разные жертвы. Есть жертвы мирные, жертвы всесожжения, жертвы повинности, разные были жертвы. А здесь написано «дар». Когда у человека нет ничего, что заставляло бы идти к жертвеннику. Когда человек добровольно желает прославить Бога. Когда он хочет принести дар Богу. Как благодарность, как словословие, как что-то еще. Это не просто потому, что у него есть причина для этого серьезная. Он нуждается в пролитии крови. Он приносит дар, и Господь обращает внимание на одну деталь.
Вы знаете, по Новому Завету у нас жертвоприношение – это плод уст наших. Когда мы воспеваем Бога, когда мы Его славим, когда мы говорим о Нем, вот это плод уст. Никто же не заставляет нас это делать. Это добровольно, это мы хотим прославить Господа. Но оказывается, что даже прославлять Бога запрещено, если в этот момент я не решил проблемы с кем-то другим. Оказывается, там речь не идет о том, что Бог не примет из рук молитву о покаянии. Да, как написано в «Отче наш», если вы не будете прощать кого-то, то и Отец Небесный вас не простит. Речь не идет о прощении, речь идет о том, что Бог этот дар не думает принимать, потому что места не на своих местах слагаемые. Оказывается, человек мог иметь с кем-то дело плохое, да, не в мире с кем-то быть, но он приходит и славит Бога. Аллилуйя, аллилуйя, и самые лучшие мелодии, самые лучшие аккорды, самые лучшие певцы, музыканты, хористы, кто угодно. И Господь говорит, эта хвала, этот дар не принимает со мной, потому что вы перепутали места. Если вы вспомнили, что где-то с кем-то нехорошо, не спешите славить. Не спешите приносить этот дар прославления Бога, потому что от перемены мест в конце не будет Бог принимать этот дар. Просто и все это напрасное сложение, это напрасное соединение. Ничего не произойдет. Надо сначала пойти и примириться. Смотрите, что говорится в книге Иеремии. Ужасные слова, ужасные слова. «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме этом, над которым наречено имя Мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Удивляется Бог, удивляется пророк. Он говорит, как вы можете путать местами все, кадить, прелюбодействовать, убивать, делать что-то еще, а потом приходить в Дом Божий и говорить, а мы спасены. На основании чего? Только потому, что вы обрезаны? На основании чего? Только потому, что вас вывели когда-то из Египта? Только потому, что вы иудеи, израильтяне? Только на этом основании вы смеете говорить, что вы спасены? Ужасное заблуждение, ужасное, потому что вы перепутали все. Когда вы кадите, когда вы лжете, когда вы обманываете, когда вы говорите неправду, а потом приходите при лицо Моим говорить, что мы спасены, вы обманываете сами себя, это ложь. Вы не можете быть спасены, потому что делать такие вещи нельзя. На первом месте должно быть ваше покаяние, сокрушение, очищение, и только потом вы можете говорить, что я спасен. Это очень страшно. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, 1 Петра 3:11. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, Евреям 12:14. Ищите мира, а потом славьте Господа. Ищите мира, уклоняйтесь от зла, а потом подавайте записочки, что хочу петь. Ищите мира, и потом проповедуйте. Ищите мира, и потом подавайте записки о том, чтобы молиться о детях, мужьях, женах и так далее. Ищите мира, поставьте все на первое место. На первом месте, Господи, я хочу, чтобы мой дар был принят. Поэтому укажи в моем сердце, все ли хорошо, мир ли у меня. Старайтесь иметь мир. Никто не обещает, что все вас будут любить. Никто не говорит, что не будет врагов. Но с моей стороны надо сделать все, все, чтобы никто не сказал, ты виноват в этом. Ищите мира, ищите мира. Пусть Бог разбирается с другой стороной. Но с моей стороны я скажу, Господи, я хотел, я искал, я сделал все. Пятый момент, я хочу обратиться сейчас к молодежи. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». 1 Тимофея 5, 3-4. Это место говорит о приоритете отношений между детьми и родителями. Дети –
Здесь написано, ваша задача прежде учиться почитать свою семью. Все остальное потом. Хоры, сыгравки, спевки, служения, проповеди, миссионерские поездки. Все остальное потом. Прежде проявите послушание в семьях ваших. Прежде научитесь говорить «Да, папа, да, мама, я это сделаю». И только потом я пошла на разбор, я поехала на спевку, я поехала на служение и так далее. Здесь Слово Божие черным по белому говорит о том, что если у какой-то вдовицы есть дети, есть внуки, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Ибо это угодно Господу. Сколько случаев, когда дети хлопают дверью и убегают на собрание, на разборы, куда-то еще, и думают, что если я скажу папе и маме, что я на разбор или я на молитву, но они не имеют права сказать нет. Они имеют право сказать нет. Они имеют право закрыть дверь перед тобой. Они имеют право, потому что Слово Божие говорит тебе, молодая душа, прежде всего научись почитать тех, которые тебе подарили жизнь. И потом делай то, что угодно Богу. Не путай понятия. Я видел таких молодых, которые убегали из дому, когда мать умирала от работы, когда у папы руки были в мазуте, и он просит сына, помоги сделать, а сын говорит, я сейчас читаю Библию, закрывая дверь, или я сейчас в молитвенном состоянии перед Богом. Кому нужна эта молитва? Кому нужно это чтение Библии? Научись сначала, прежде всего, оказывать должное родителям. И тогда Господь, видя это послушание, принимает все это. То же касается жен и мужей. Есть прежде. Невозможно перескакивать через головы. И в Ветхом Завете даже написано, что если сестра или дочь дает клятву Богу, берет на себя обет, и отец это слышит, отец может остановить этот обет. У родителей есть права. У родителей есть не только обязанности, есть права. И здесь очень четко апостол говорит об этом. Дети, учитесь сначала воздавать должное родителям. Иначе их слезы, их боль. Однажды одна сестра говорит, у нас было 15 детей. И мы хотели на собрание, мы хотели на разборы, на спевки, сыгравки. Нам было, но нам нужно было смотреть братика, сестренку и так далее. И они постоянно рождались, и мы ничего не могли с этим делать. Но вы знаете что? Они говорили, мы никогда. Мы хотели идти, мы тоже уставали от пеленок, уставали от криков, плача, уставали все это делать. Но мы никогда не убегали в собрание, если мама говорила, нужна помощь. И проходит время, и я смотрю на тех людей, Бог их благословил, потому что они на первое место поставили Слово Божие. Не просто карван говорили родителям, вот то, чем бы ты от меня пользовался, я Богу приношу. Это грех и очень страшное наказание ждет таких людей. Нельзя огорчать родителей и думать, что это благоугодно Богу. Шестой момент. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Матфея 7:1-5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». 1 Коринфянам 4:5. Интересно, Иисус говорит, прежде вынь бревно, а потом скажешь, как вынуть сучок. Братья и сестры, у нас полно проповедников, служителей, которые знают, как вынимать сучки, знают, что этого делать нельзя, но ни один из них не говорит, знаете что? Придите, я вам расскажу, как я вынул бревно из своего глаза. Я не скажу вам, что у вас не должно быть бревна, у вас не должно быть ни сучка, ничего, а я вам расскажу, как я вынул бревно. И когда я расскажу вам на своем опыте, у вас появится шанс сделать то же самое в вашей жизни.
Вы знаете, беда, человек приходит к служителю или кому-то и говорит, я застрял в таком-то грехе. Очень легко сказать, это нельзя делать, то нельзя делать, это не смотри, то не трогай, туда не ходи. Советов можно дать много, но здесь написано, вынь прежде бревно. И потом ты увидишь, как помочь. Вы знаете, почему у нас люди иногда идут к психологам, психиатрам, в другую церковь, куда-то ищут помощи? Вы думаете, у них в своих церквях никто не говорит, что это плохо, давай помолимся? Проблема в отсутствии реальной практики по изъятию этих бревен. Проблема в реальных примерах, когда человек говорит, вот посмотри на меня, я судил. Я ненавидел, я лицемерил, я лукавил, я обманывал, я пил, гулял, смотрел порнографию, был зависим от водки, от наркотиков. Я, вот. Это были бревна в моей жизни, огромные бревна. И когда они у меня были, я замечал в других пылинки в глазах. Но сейчас я тебе расскажу, как Господь меня освободил от этого. Как я вынул все это. И тогда тот человек, у которого эта пылинка, он говорит, Господи, а у меня не пылинка, у меня тоже бревно. И каждый начинает видеть себя не в сравнении друг с другом, а в сравнении с Богом. И тогда приходит победа. Да благословит нас Господь сегодня иметь практик, практичных христиан. Не просто словоблудием заниматься, не просто бла-бла-бла говорить как то, как это. А на самом деле никаких побед, никаких результатов, никаких движений в жизни нет. Одно и то же, все по кругу. Надо жить правильно, надо жить свято, а хуже и хуже. Почему? Да потому что нету примеров тех, которые бы сказали, вот это бревно было у меня, я так прожил. Я тебе скажу, как это делается. Я скажу, как я страдал с этим. Братья и сестры, да благословит нас Господь. Если кто-то есть такой, который убрал это бревно из своего глаза, подойдите, скажите, засвидетельствуйте об этих бревнах, как они мешали жить, что вы с этим делали, и тогда появится надежда и у других, что можно, оказывается, освободиться. И последнее, последний пункт, седьмой пункт. Прежде послушание и смирение. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, и съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся. Пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст землю, дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью. Я обращаю внимание здесь на этот предлог. То же самое. Вот здесь явный пример того, как Господь поставил все на свои места. У женщины в планах было сделать еду из последних продуктов, да, для сына своего. В первую очередь она думала о своем сыне, о ребенке. И она говорит, я это все сделаю, а потом мы умрем. А Илья все переворачивает. Ставит все, как должно быть, и говорит, сначала, прежде сделай мне. А потом, вот где этот закон работает, а потом сделаешь для сына после. Потому что Бог говорит, если ты так поступишь, то у тебя и масло будет, и мука будет. Но если все по-другому, если сначала для себя и для сына, то в итоге и он умрет, и ты умрешь. И знаете что, эта женщина, она не сказала, Илья, иди отсюда. Иди отсюда, пожалуйста, дай спокойно умереть. Последний горсть муки и масла. Она послушалась.
Она послушалась слов пророка. Ее мысли, разум, все говорило о том, что это неправильно дать последнее отобрать у сына и дать этому пророку. Но вера, вера, послушание и повиновение и доверие голосу пророка сыграли свою роль. И она поставила на первое место доверие Божьим словам через этого пророка. И знаете, что произошло? Произошло чудо. Наша беда, что мы редко доверяем Богу. Мы редко доверяем этому слову. Для нас важнее порой то, что видят глаза, то, что слышат уши, то, что говорит нам мой мозг. Мой мозг не может говорить о вере. Мой мозг очень прагматичен. Мой мозг работает как компьютер. Для моего мозга нету вероятности и возможности жить верой. Вера – это прерогатива духа нашего. Вера – то, что дает человеку перейти через такие вещи, которые разум отказывается. Допустим, Господь говорит священникам, когда вы подойдете к Иордану с ковчегом завета, как только вы войдете в воду, река остановится, воды сверху остановятся и пройдете по суше. Послушайте, эти священники должны были верить в это. Они идут, у них ноги оказываются в воде, а вода все льется. Надо было идти дальше, и когда у них ноги погрузились в воду, тогда вода останавливается. Но прежде они должны были, выслушав Слово Божие, поступить так, довериться Богу, и тогда происходит чудо. Братья и сестры, в нашей жизни бывают моменты, когда нам очень трудно довериться, очень тяжело. Но Господь говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и остальное все приложится вам. Вот довериться в эту истину, довериться, когда я потерял работу, когда я заболел, когда дети непослушны, когда муж перестал любить, когда жена непослушна, когда катастрофа в жизни, когда нереально верить и жить верой, когда все давит, напряжение с банка, от друзей, в церкви, отовсюду, как будто все это нереально. И мы пытаемся отбиваться от проблем, как мухобойкой, но чем больше мы отбиваемся по-человечески, тем больше эти проблемы приходят к нам. В итоге, давайте мы запомним, послушание и смирение голосу Бога, который говорит, дай прежде мне, ищи меня, потому что прежде я возлюбил тебя. Когда я понимаю, что то, что я имею, то, что я, на что я надеюсь, куда я иду, это только потому, что Бог прежде меня полюбил меня, приготовил этот путь, избрал меня из этого мира, дал надежду, сделал все. Он умер на кресте, но его смерть на кресте была прежде запланирована, когда нас еще не было. Бог продумал прежде всего. Его идея была спасти нас. Его идея, не моя, он со мной не советовался, была как спасти нас. Поэтому сегодня мы можем говорить о спасении, когда приходим к Богу только через Иисуса Христа. Только через тот путь, который Он прежде приготовил для каждого из нас. Да благословит всех нас Господь. Не менять слагаемые в жизни. Не брать то, что должно быть на первом месте, переводить где-то на пятое место. Мы проиграем. Мы проиграем. В итоге будет ноль и ничего. Пусть Бог благословит и даст нам силы, мудрости, ума, даст нам доверие, веры, чтобы посмотреть в нашей жизни, что у нас первоначально. И если не на своих местах стоят эти вещи, о которых я сегодня говорил, давайте их переставим на свое место. И тогда у нас все остальное приложится. Богу слава, честь и поклонение да будет от нас. Аминь. Мы встанем, и кто желает, можем помолиться.